Дел будет много, и не всегда справиться с ними окажется легко. Начинать день стоит с самого важного, успех будет зависеть от того, правильно ли вы расставите приоритеты. Чего определенно не стоит делать, так это идти на поводу у мимолетных капризов и собственных слабостей. Могут заметно измениться к лучшему отношения, которые в последнее время складывались напряженно. Если вы проявите искренний интерес к окружающим, с уважением отнесетесь к их желаниям, разногласия останутся в прошлом. Вторая половина дня будет особенно благоприятной для влюбленных. Овен, старайтесь не расстраиваться из-за мелких недоразумений и проблем, которые легко решить. Сегодня вы склонны многое принимать близко к сердцу, можете всерьез переживать из-за того, на что не в силах повлиять. Следите за своим настроением, не поддавайтесь мрачным мыслям. День сложится гораздо лучше, если вы настроитесь на деятельный и позитивный лад. Могут не просто проходить деловые переговоры. Люди, на поддержку которых вы привыкли рассчитывать, не сразу одобрят ваши идеи. Но найти союзников все же удастся, и вместе с ними вы добьетесь успеха. Телец, начинайте день с полезных дел. Неважно, будут ли они простыми или сложными, знакомыми вам или совершенно новыми, в любом случае вы справитесь отлично. Удачно решатся рабочие вопросы, из-за которых в последнее время было немало разногласий. Успешным будет обращение в государственные организации, быстро удастся оформить все нужные документы. Во второй половине дня захочется отвлечься от забот, и такая возможность наверняка появится. Это время подойдет для творчества, у вас появится много хороших идей, захочется осуществить их немедленно. Близнецы, день отлично подойдет для деловых и личных встреч, общения с самыми разными людьми. Вы легко поладите и с давними знакомыми, и с теми, кого встретите впервые. Удастся быстро найти помощников, если они потребуются. Не последнюю роль в этом сыграет ваше обаяние. Привычные занятия могут показаться слишком скучными, не исключено, что захочется чего-то совершенно нового. К счастью, интересное дело найдется быстро. Вероятны необычные знакомства, встречи, которые произведут на вас сильное впечатление. Не исключено начало романтической истории. Рак, у вас есть хорошие идеи? Сегодня стоит сосредоточиться на поиске людей, которые могут помочь в их осуществлении. Будет шанс найти очень влиятельных союзников, собрать и вдохновить команду единомышленников. Трудности не испугают вас, вы обязательно найдете способ преодолеть все преграды. Необычных встреч и интересных разговоров будет много. Вы раньше других получите ценную информацию и быстро найдете ей применение. Единственная сфера, где сегодня нужна особая осторожность, это финансы. Спешить с покупками и сделками не стоит. Лев, день хорошо подойдет для любых полезных занятий. Вы сделаете много полезного и для себя, и для других. Ваши знания и опыт пригодятся окружающим, а таланты не останутся незамеченными. Люди, которые прежде относились к вам настороженно, поймут, что были неправы и сделают первые шаги к сближению. Вероятны интересные предложения. Будет много полезных разговоров о работе. Не упустите возможности обсудить интересующие вас вопросы с людьми, которым многое известно. То, что вы узнаете сегодня, вскоре поможет вам принять верные решения и определиться с планами. Дева, сосредоточьтесь на своих делах и старайтесь не вмешиваться в чужие, если в этом нет необходимости. День будет не самым простым, и вам наверняка придется потрудиться, чтобы достичь цели. Но все получится, если правильно расставить приоритеты, не тратить время на пустяки и не отвлекаться на пустые разговоры. В первой половине дня лучше действовать самостоятельно, вторая же подойдет для общения, поиска союзников, объединения усилий. Встречи с друзьями и другими близкими людьми тоже стоит планировать на вечер, именно в это время найти общий язык будет проще. Весы, кое-какие трудности могут возникнуть в начале дня, но они не испортят вам настроение и не заставят отказаться от планов. Вы с энтузиазмом возьметесь за сложные дела, найдете способ преодолеть все преграды. Не всем ваша настойчивость будет по душе, но союзников и друзей она порадует. Влияние позитивных тенденций будет усиливаться с каждым часом. Вторая половина дня отлично подойдет для новых начинаний. Будет шанс научиться тому, что вскоре пригодится, или узнать что-то важное. Хорошо сложатся поездки, особенно если вы отправитесь в них вместе с друзьями. Скорпион. День будет плодотворным и интересным, хотя и не особенно легким. Не все, что вы задумали, сразу получится хорошо. Но неудача не заставит вас отказаться от своих планов. Вы предпримете новую попытку, и она окажется удачной. Охотно помогут давние союзники и другие люди, которые хорошо вас знают. К любым делам, за которые возьметесь, вы постараетесь подойти творчески. Это поможет не только достичь успеха, но и получить удовольствие даже от самых простых и привычных занятий.
Хорошо принимать гостей, радовать близких приятными сюрпризами. Стрелец, сегодня вам предстоит принимать серьезные решения, заниматься важными делами, брать на себя ответственность за других. Со всем этим вы отлично справитесь, помогут подсказки интуиции и опыт, о котором вы вовремя вспомните. Вероятно, удачные деловые переговоры, не исключены предложения о работе или долгосрочном сотрудничестве. Дома возможны какие-то неожиданные и забавные происшествия, недоразумения, которые сначала озадачат всех, а потом развеселят. Вы отлично поладите с близкими, хорошо проведете время с теми, кто вам дорог. Козерог, в начале дня вам придется заниматься несколькими делами сразу, решать свои и чужие проблемы, думать о рабочих задачах и одновременно улаживать какие-то домашние недоразумения. Едва ли будет легко, но вы отлично справитесь, и даже сохраните хорошее настроение. Со временем влияние позитивных тенденций усилится. Вторая половина дня обещает радостные известия и приятные встречи. Некоторые козероги смогут познакомиться с людьми, о которых прежде слышали много интересного. Возможно, начало дружеских или романтических отношений. Водолей, начинайте день с важных дел, утром справиться с ними будет сравнительно легко, а вот позже могут возникнуть трудности. Серьезные разговоры, особенно с малознакомыми людьми, тоже лучше не откладывать надолго. Не исключено, что вечером ладить с окружающими станет сложнее. Вторая половина дня – отличное время для того, чтобы завершить начатое раньше. Также можно заниматься домашними делами, делать небольшие полезные покупки. Вероятно, успехи в учебе, но тут вам потребуется терпение и усердие. Вечер обещает романтические сюрпризы, которые запомнятся надолго. Рыбы. В начале дня вероятны мелкие трудности и недоразумения. Однако особенно переживать из-за них не стоит, ситуация вскоре изменится к лучшему. Вам помогут люди, от которых вы не ожидали ничего подобного. Не исключено, что появятся новые союзники, и вы сможете на них положиться в любых обстоятельствах. Вторая половина дня обещает успехи в работе и прогресс в деловых переговорах. Благоприятным будет это время и с точки зрения личных отношений. Вы сможете о многом поговорить с близкими, договориться о каких-то общих планах.